Всем привет, с вами команда СТО Мотоактива. Сегодня я вам расскажу, что у нас тут интересного происходит. Вот у нас приехал квадроцикл, вот такой вот красный Феррари. По словам владельца, этот квадроцикл стоял в районе 10 лет, и он его купил. В хорошем состоянии он был внешне, и в целом все выглядело неплохо, но были проблемы с коробкой. На данный момент мы уже разобрали мотор и уже занимаемся поиском запчастей. Это у нас первый такой квадроцикл. Также у нас приехал вот такой вот красавчик. Brutal 675. Это у нас агусточка на полное техническое обслуживание. Замена всех масел, фильтра, тормозуху, обслуживание цепи. Устранение таких маленьких косячков, как оторванный поворотничек и так далее. Также у нас тут идет полным ходом капиталка мотора на большой квадроцикл. Сейчас я вам его покажу. На данный момент он выполняет роль полки для своих запчастей. Мы его отмыли и сейчас уже тоже занимаемся поиском запчастей на него. Ну и, естественно, у нас огромное количество питбайков, то есть откапиталили мотора на вот этом товарище, вот этот у нас на продажу ждет ТО. Бортируем колеса, естественно, ну и в целом занимаемся огромным количеством интереснейших вещей и можем обслужить также и вашу технику. Так что приезжайте, ждем вас с распростертыми объятиями. Все, спасибо, всего доброго.